началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорово, друзья, с вами Дэн. Мы продолжаем играть в Лего Бэтмен, продолжаем проходить эту игру, проходим сюжет пока что, да, вот так вот. Так, у нас, значит, третий эпизод и вторая глава в предыдущей серии мы победили безумного шляпника. Так, насмешка по-крупному. Вот тут я не знаю, кто может у нас быть. А, ну Харли Квинн, да, кстати, вот догадывался, но не говорил. Харлин Квинзель когда-то была ею. Так, опять же, досье. И погнали, катсцена. Детектива поймали. Время тикает. Они взяли типа манекена, да, чтобы им там не блокнули, да, ничего. Типа там же типа издевки, да, где-то типа манекен. И они показывали, что будет с... Вроде Джордан его зовут, или... Я не помню, как зовут детектива этого. Но... А, Гордон, во, нифига себе, что я вспомнил. Капитан Гордон, вот. И типа... Ну, типа, они показывают, что с ним случится, если, типа, мы не придем. Точнее, через какое-то время, да, и вот мы пришли. Нифига себе. Опять много монет насыпали. Ой, я убил мышь. Так, это нельзя. Так, здесь костюм для Бэтса. А, вот мы можем и взрывать металл. Как я понимаю, это металл. Бабах. И что тут? А, тут бонус у нас за льдом. Но лед мы расплавить не можем. Вот еще металл. Бабах. Угу, и ничего. Окей, идем туда сюда. Так, тут может что-то собрать. Так, собираем дальше. Ну, это лесенка, да, это понятно. А что будет, если эту тему взорвать? А, ничего не будет. Опа. Еще одна. Ага. Нам туда надо, как я понимаю, да? Тут есть еще что-то. Но сюда нам, походу, не надо. Так, кстати, можно здесь флажки позбивать. И ничего. И что здесь? Оба-на. Ага, я понял, что здесь бонус у нас. А, и там нам нужен костюм Робина, я понял. Тогда ок. Просто идем дальше. Так, здорово, пацаны.
Так, крутим. Ага, у нас тут магнитная штука. Но нам нужен костюм для Робина. А у нас только для Бэтмена есть. Тогда погнали искать костюм для Робина. А, ну вот тут стекло, в принципе, и там костюм для Робина. Окей, я понял. В принципе, все логично. Собираем. Магнитный костюм и погнали. Давай, прыгай. А, это для Бэтса уже. А, и не только для Бэтса, то это... Загородки стоят, забор точнее вот этот вот. Ну ладно, фиг с ним. Отлично, спасли гражданина. Так, здесь детали. Ух ты, нифига себе нычку нашел. Вот это вот для кого, не могу понять. Не знаю зачем, но я хочу. Так. Опа, опять костюм для Робина. И, походу, всасывающий, да? А, да, вон, я уже вижу 25 штук, ну, как обычно. Все-таки не зря здесь лежали у нас детальки. Так, а это что у нас такое? А, понятно. Нужно 25 деталей. Ух ты, это откуда прилетело? А вот еще детали. Опа, здорово. Да, 27, все, нормально. Так, лучше разобраться с этими чудиками, а вот теперь можно и деталечки нашим вот туда, да, загрузить. И, а, лестница, я понял. Ну-ка, что это такое? Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Thank you.
Да, сюда тоже нельзя. И нам... А, я понял. Вау. Ух ты. Ну ладно, нам же стрелка говорит вот туда. А, вот где заход-то. В принципе, можно собрать супергероя, да, но не знаю, сколько осталось до конца. А, тут я понял. Ой-ой-ой, у него узиха. Так, ну, скорее всего, это для того, чтобы открыть дверь, да. Но я хочу по уткам пострелять. Точнее, по корабликам. Это кораблики, да. А, я понял, это для бонуса. Тут надо с помощью Робина управлять, но... Нам это не надо, поскольку у нас нет этого персонажа сейчас, ну, точнее, костюма. Вот. Катсцена. Да, даже акробатка у нас, да. Так, ну понеслась, да? Ой, волна. Она отбила только что? Так. Блин, я не знаю, какой догнать. Так, значит, нам, походу, надо не это. Ну, и нам тут, в принципе, ничего не собрать. Нас зашибись. Так, блин, и что делать-то? Ага, значит, да, все, я понял. Чтобы голова закружилась. Окей.
Оу, щит. Так. О, отлично. О, отлично. Ух ты, нифига себе, здрасте. Блин, а батаранг-то это топовая тема. Да блин, господи. Хоро прыгать уже от меня. Да блин. Ладно, пойдем вот тут вот. О, отлично. Последняя жизнь. Да блин. А почему она упрыгивает-то? Нифига себе. Да блин. Давай, 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 давай. Отлично. Зашибись. А, ну это стандартная тема. Неплохо. Так, и все, да, эпизод пройден. Свободная игра открыта. Супергерой. Да, тут мы не дожали, тут 94% всего. Запонки. У нас уже 700 тысяч. Почти миллион. Как почти, ну, в Индиана Джонс, в принципе, так же быстро копили. Мини-набор. Убежище.
Так, ладно, ребята, на этом я вам говорю. Если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Дэн. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока.